предела, так сказать, такого отношения к местному населению имело место несколько позже в виде тех событий, которые имели место в Бабьем Яру. Видел объявление от захватчиков Киева по адресу евреев. В этом объявлении было определенно сказано, что в такой-то день и час евреи должны собраться на еврейском кладбище, беря с собою необходимые вещи и ценности. Особенно запечатлелась мне в памяти фигура одной женщины. Я проходил мимо дома, парадное крыльцо было раскрыто, перед ним стояла подвода с лошадью, а на этой подводе стояла женщина, старая женщина. Ее седые волосы были растрёпаны. Вид выражал крайнее отчаяние. Ее жалкие, истощенные руки были подняты, и она что-то кричала. Что она кричала, я не знаю. Она кричала по-еврейски. Но вся ее фигура выражала такой безумный ужас, такой предел человеческого отчаяния, что больше экспрессии этой эмоции я не представлял. Словами нельзя это объяснить, нельзя это рассказать. Только скульптор искусный, может быть, мог бы воплотить ее фигуру экспрессии. Мука, страдания, такие, каких я не представлял себе.